Кстати, кто-то плавает. Вернее, плаву. Ага. Бежали. Бежали. Не успела заснять, как плавали. Тайфун плавал. И Харли, похоже, тоже плавал. А вон где лежит Тори. Да, Харли плавала мокрая. Ты ж такую жару только поплавать, да? Угу. Сейчас будет охотиться на нее. Поймала, почти. Почти поймала. Перекличка львиная началась. Поплыла. Поплыла, Хару. Сейчас мы посмотрим, куда она поплыла. На сторону. Прям плывет. Конечно, озеро их не высохло почти. Но чтобы охладиться, освежиться им достаточно. Скажите, мы весной наплавались, да? Когда нас наш вольер затопило. А сейчас нам и такого хватит. Угу. Далек бежит. Ничего себе. Кстати, тут Тори идет. Какая стала красивая. Видели, что делает? Задом заходит. Пописать, наверное. Водичку, да, правильно. Как живописненько, да? Прям как в джунглях. Там кто-то бежит. Хотел снять, не успел. Харли что-то притаилось. Вон тайфун.
потеряла. Это бежала за тайфуном, похоже, да? Да. Так, потеряла их. Вон они. Солнце в глаза, а одеваешь солнцезащитные очки, в них вообще ничего не видно. Львы, перекличка. Леон, наверное. Тайфун. Все. Тори снять. Она охотится, что ли, на... Бедный тайфун, все на него охотятся, девчонки. И Харли, и Тори. Thank you.